В Югре на субботник вышли байкеры. Члены различных мотосообществ поддержали акцию «Чистый берег» в Сургутском районе. Ее в течение лета регулярно проводят по всему округу. Активисты очищают от бытового мусора берега для того, чтобы микропластик не попал в реки, а разбитое стекло не стало причиной пожара в тайге. Всего за пару часов добровольцам удалось очистить территорию площадью 1,5 гектара. Появление байкеров на субботнике был бесхитростный расчет. Сегодня именно на этом месте на природе пройдет мотосвадьба. Женится президент одного из сургутских клубов. Поздравить молодоженов, а заодно поучаствовать в экологической акции приехали любители байков со всей Югры и даже с юга Тюменской области. Барсово вообще кольцовано протоковой Утоплой, то есть вдоль нее постоянно люди отдыхают, также примыкают к реке Обь. Это все места отдыха, места рыболовства, то есть и постоянно здесь возникают такие очаги мусора. Собственно, мы отмечаем то, что акцию «Чистый берег» заодно и свадьбу решили провести. Ну и, собственно, после свадьбы еще уберемся. После себя приятно убраться, чтобы потом приехать в чистое место и снова здесь посидеть, отдохнуть.